Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazon Crawley Play, первый сервер. У них здесь Кирилл Бутбулови. Итак, чуваки, как вы знаете, мой аккаунт разбанили. Все почти хорошо. Почему почти? Да потому что, пацаны, я уже пишу второй день жалобу на то, чтобы мне вернули деньги. И ничего не происходит. Даже мою, просто жалобу мою пропускают. Никто не читает даже из... администраторов, там, руководителей, просто игнорят. Я не знаю, почему это так, возможно, что-то разрулится. Просто я писал это все в раздел жалобы на ZGAGA, потому что раздел там по возврату денег, в тех раздел я заходил, мне админы писали все, типа, в тех раздел нужно писать. Я туда заходил, я толком ничего не нашел, нашел один раздел насчет денег, но он закрыт. Кто знает, куда точно писать, напишите мне либо в ВК, либо в комментариях, напишите, пожалуйста. Как вы поняли, чуваки, я себе купил вот такой вот скин. Вот такой вот скин, если я себе купил, в принципе, за 400 тысяч. Да, я знаю, будете писать полная хуйня какая-то, блядь, и так далее, но он угарный. Он угарный, он такой, блядь, гангстерский пиздец какой-то. И такого никого нету на сервере. Вообще никого не видел, в принципе, и думаю, не увижу, потому что я только один такой дурачок мог купить такой скин за 400 тысяч, тем более. Так, о, у меня есть наркотики, так, вы ничего не видели, пацаны. Свидетели долго не живут. Так, давайте выйдем отсюда. Дом у меня не слетел. Кому было интересно, он был еще 10 дней оплачен, в принципе. Я вроде бы об этом говорил в предыдущей серии. Давайте возьмем Ямаху, потому что Ямаха топ. Ямаха топ, пацаны, поэтому ее возьмем. Кстати, я изменил номер телефона. Ну как изменил? Помните, на моем аккаунте временном Кирилл Красава мне подписчик подогнал номер 66 33 0. То есть 2 шестерки, 3 тройки и в конце 0. Это почти такой же номер, как у меня был на основном аккаунте. Это Кирилл Путбуль. У меня там номер был 66 33 33. То есть 2 шестерки и 4 тройки. А здесь 2 шестерки, 3 тройки и в конце 0. Ну, думаю, неплохой номерок. Большое тебе спасибо, чувак. Я твой, честно, ник не помню. Извини, если ты это смотришь, но я твой ник не помню. Но большое тебе спасибо, если ты это смотришь. Потому что реально все это круто. Вот, давайте его номер покажу, в принципе. Да, кстати, кто не знает, я получил вареник. Вот. Кстати, у меня скоро 21 уровень. 22 точнее уровень будет. Так, патроны, металл, вот номер, пацаны, 66-33-30. Вот этот номер я оставлю в описании его. Теперь у меня номер, чтобы знали, в принципе. Я, пацаны, не знаю, что делать с деньгами, потому что, ну, вот мои все деньги. 105 тысяч, понимаете? Если бы я знал, что мне пока что не вернут деньги, я надеюсь, что их все-таки вернут, а не это были пустые слова, но я думаю, руководитель не будет, в принципе, врать. Но я писал, блин, он проверил все жалобы, этот руководитель, кроме моих двух. Понимаете? Я две написал. Одну написал вчера, то есть позавчера. Одну написал вчера, потому что сейчас время, пацаны, ну, мягко говоря, позднее. Чтобы вы знали, в принципе, вот такое вот сейчас время, если что. Поэтому как-то так. Что здесь делаю? У меня варн, пацаны, давайте вам покажу. Унварн. Вот так вот. ДМЗЗ. Хотя я в ЗЗ не дэмил. Я не умею. ДМЗЗ я не умею делать. Я плюс сэшить не умею. Как я могу дэмить в ЗЗ, мне интересно. Кто мне дал варн? А, ну, кто же может быть еще? Кто же может быть еще? Тот самый, кто дал мне бан. Ну, это нормально, чё. Я, в принципе, не скрою того, что я дэмил. Я на стриме его получил, этот варн. Но буквально завтра ночью, то есть уже сегодня ночью, он светит. Поэтому не страшно. Какую я собираюсь фракцию, пацаны? Честно, пока не знаю. Я думаю, идти на дальнобойщики и работать. Потому что денег у меня нету. Мне деньги нужны. Поэтому я, наверное, буду на дальнобойщика работать. Хотя у меня скилл дальнобойщика, ну... My skill. Как там? А, G-skill. Я же устроен, по-моему, на дальнобойщика работаю. А, у меня первый уровень даже есть, пацаны. Продвижение, конечно.
Ну все же, я думаю, буду работать на дальнобойщиках. Пока бабки меня не вернут. Ну, если не вернут, пацаны, то... Чего сказать? Ничего я уже не сделаю, если мне их не вернут. В принципе. Буду вас держать в курсе дела. Возможно, вас попробую подключить. Там, не знаю, чтобы вы там, не знаю, тоже... Как вспомните, жалоба была, что меня забанили. Чтобы вы поддержали меня там. Возможно, тогда мне вернут эти деньги. Ну, серьезно, 7 миллионов на других, как вы знаете, не валяются. Ну, почти 7 миллионов. Там было 6 миллионов 900 тысяч, и на руках что-то еще было. В принципе, пруф у меня нету, не спорю. Пруф у меня нету, что типа вот у меня столько было денег, но они все это могут проверить через лозунг. Конечно, я могу поискать со стрима статистику свою, где там будут показаны деньги, когда меня забанили в тот день, когда я стримил. Но я не уверен, что я там статистику смотрел. Хотя, может, и смотрел, я не знаю, честно говоря. Смотрел я, не смотрел ее. Но они все это могут через логи проверить. Тем более мне писал сам руководитель, что восстановят деньги. Но вот второй день уже, уже третий день, можно сказать, я жду. И ничего почему-то не происходит. Никто мне не отвечает. Шарапа заходил на сервер, я ему писал, чтобы он проявил жалобу. В принципе, ну, чтобы мне бабки там вернули, я писал. Но в итоге мне админы отписали, типа, ожидайте. Ну и в итоге просто он вышел с игры. И все. Ну серьезно, просто я... Блин, ну серьезно, 7 миллионов. И так мой аккаунт деактивировали, Кирилл Путбуль. Я начал развиваться на этом аккаунте с нуля. Ну, можно сказать, с нуля у меня тут было, что у меня было. Я даже не помню. По-моему, БМВ здесь была и все. А, БМВ и Ямаха здесь была. Ну и как бы, блин, 7 миллионов, я их копил не один день. Как бы. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мне их вернули. Я думаю, это будет логично и правильно, потому что, блин, это мои деньги, я их заработал. Да, я получил бан, но все-таки была ошибочка. Не навсегда мне надо было давать бан, на 15 дней. Как бы читов у меня не было, я просто сидел в машине. Как вы, в принципе, все знаете. Просто сидел в машине тогда. Тогда был не в трезвом состоянии, в принципе, в алкогольном плене, можно сказать, короче, и особо не соображал. Ну, как бы об этом, я думаю, руководители не догадываются. Но все же, даже стрим-то, кстати, забанили из-за того, что... Ну, там музыка просто играла, какую нельзя включать. Поэтому вот так все произошло. В принципе. Можешь, конечно, на ВЧ съездить. Ну, блин, мне на самом деле неприятно ходить на ВЧ, потому что я на другом аккаунте, Киев Красава. Я, кстати, на нем играю тоже часто, как и на этом аккаунте, в принципе. Хотя, наверное, на том чаще. Киев Красава, где чаще я захожу туда покататься на Audi, потом, что еще... Ну, на ВЧ заехать, в принципе, там, поохранять склад и так далее. Ну, в основном на Audi захожу покататься, и все. Вот как-то так, пацаны. Так что вот у меня новый скин. Давайте его в полный рост вам покажу. Вроде бы здесь никого нету. Вот такой вот скинец, в принципе. Так, давайте аним 5. Такой вот скин, в принципе, я думаю, прикольно выглядит. Вот такой скриншотик сделаем. Так, поближе вот так вот. Ну, я думаю, нормально, чё. Ну, блин, прикольно всё-таки, согласитесь, ну, никого такого вы не видели, я думаю, по-любому. Такого, ну, разве что, может, админов, но такой скин никто не покупал. Я мог себе купить вузи, но вузи, понимаете, они у всех, эти вузи. Эти вузи, потом что там еще есть популярное. Этот чувак из GTA Vice City, потом что-то еще там было. Чувак из GTA Vice City. Потом такой чувак, как у меня был, знаете, скин, помните, на основе? За 600 чем-то тысяч у меня был скин. На нем еще одежда была, кстати, фирменная. Можно было, конечно, бы мне его купить, но мне на него не хватало денег, понимаете? Мне на него не хватало денег. И то мне повезло, что подписчик мне подогнал 500 тысяч. Реально, как меня только разбанили, я там написал в чат семьи, и мне чувак подогнал 500 тысяч. Кстати, что там по семье у нас? Иван какой-то, так... Ранг первый, уровни, ну, нормально, чё. Ну, думаю, я, в принципе, вам все объяснил, пацаны. Давайте под этой серией наберем много лайков, потому что что-то активность упала в последнее время, реально. Давайте наберем под этой серией много лайков. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать стримы, в принципе, да. Ну и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I
said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.